привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам хочу показать, как связать вот такую красивую модненькую шапочку, довольно-таки простую в выполнении, с цветком. Подходит такая шапочка как для девушки, как для девочки, так и для женщины. Решать вам, в принципе. Есть два способа ее вязания. Это столбиками без накида и столбиками с одним накидом. Сегодня я вам покажу второй способ столбиками с накидом. На объем головы 53-55 сантиметров. Для вязания шапочки вам понадобится пряжа. Я взяла Alize Lana Gold молочного цвета. Под нее крючок номер 4, который мы будем вязать. Также предварительно сделала вот такой цветочек из лент. Вы можете посмотреть в моем видеоуроке по изготовлению броши из ленты. И ножнички для обрезания кончиков. Также понадобится вам сантиметровая линейка для измерения головы, высоты, объема и так далее. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Берем пряжу, крючок и делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его и делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь делаем накид и в кольцо набираем 12 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Стягиваем наше колечко, наши получаются воздушные петельки, 2, за столбик не считаются. Отсчитываем снизу, 1, 2, 3, третью петлю, соединительный столбик. Вот так вот. Оп. Теперь делаем 2 воздушные петелечки. Это у нас начинается второй ряд. У нас всегда по кругу, если вы обратите внимание, будет на один столбик больше, благодаря вот этим воздушным петелькам. Но они у нас в счет не считаются. Теперь сделали 2 воздушные петли, снова делаем накид и в тот же столбик, откуда у нас воздушные петельки, делаем один столбик с одним накидом. Теперь каждый столбик мы будем делать прибавки. То есть, если у нас сейчас 12 столбиков было, то в конце второго ряда у нас должно быть 24 столбика. Делаем накид и продолжаем во второй столбик делать накиды. 1, 2, следующий, 1, 2, следующий, 1, 2. И так продолжаем делать накиды в каждый столбик прибавочку. Вот так вот. Раз. Сюда же 2. Раз. Сюда же 2. И продолжаем в каждый столбик по прибавочке. Вот мы провязали до конца второй ряд прибавок. И теперь делаем накид, петлю основания, где у нас воздушные петельки, провязываем еще столбик с одним накидом. И соединительный столбик делаем, вот где у нас получается воздушные петельки, третья петля. Итак, соединили второй ряд. Теперь делаем снова 2 воздушные петельки. И сейчас накид, и сейчас мы будем чередовать. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Итак, делаем столбик с накидом там, откуда у нас, в ту петлю, где у нас воздушные петельки. Затем делаем накид и чередуем. Столбик просто с одним накидом, прибавка. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. Теперь снова столбик с одним накидом просто, прибавка в следующую петлю 2 столбика с одним накидом. Теперь снова столбик с одним накидом, следующую петлю
прибавка, 2 столбика с одним накидом. Итак, чередуем столбик с накидом, прибавка, столбик с накидом, прибавка до конца ряда. Итак, закончили ряд столбиком с одним накидом. А теперь берем, делаем накид и в петлю, там где у нас набирались воздушные 2 петельки, делаем столбик с одним накидом. Так это и будет прибавка у нас считаться. Теперь снова в третью петлю делаем соединительный столбик. Таким образом мы закончили, получается, третий ряд. Делаем 2 воздушные петли. И теперь делаем накид и снова в ту же петелечку, откуда у нас воздушные петельки, делаем столбик с одним накидом. Теперь будем чередовать каждую петелечку 2 раза столбик с одним накидом. Теперь провязали 2 столбика, в третью делаем прибавочку по 2 столбика с одним накидом в одну петлю. То есть чередуем 2 столбика в каждую петлю, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом, третью петлю, прибавка, 1, сюда же 2 столбик. Снова 1 столбик в одну петлю, во вторую петлю 2 столбик. И в третью петлю делаем 2 столбика с одним накидом, то есть прибавку. Итак, провязываем до конца ряда. Вот у вас ряд закончился 2 столбиками с одним накидом. Теперь делаем накид и там, где у нас были воздушные петельки, в то основание делаем 1 столбик. В третью петлю делаем соединительный столбик. Таким образом мы сделали последнюю прибавку в ряду. Делаем 2 воздушные петелечки и вяжем 5 ряд. Делаем накид, в петлю основания делаем столбик с одним накидом. А теперь чередуем 3 столбика с одним накидом, прибавка. 3 столбика с одним накидом, прибавка. Итак, 2 столбик, 3 столбик, прибавка, 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Снова 1 столбик провязываем, 2 столбик, 3 столбик, 4 провязываем, прибавку. Снова 1 столбик, 2 столбик сюда же, в следующую петелечку и в следующую петелечку 3 столбик. 2 столбика делаем в одну петлю, прибавку. 1 и сюда же 2. Все, провязали таким образом до конца ряда. Закончился наш 5 ряд 3 столбиками с одним накидом. Теперь делаем накид и столбик основания воздушных петелек делаем снова 1 столбик. Это и будет наша прибавочка. В третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Это закончился у нас 5 ряд, 6 ряд. 2 воздушные петельки, накид и петлю основания столбик с накидом. А теперь в каждую петелечку, в каждый столбик делаем по столбику с одним накидом. В этом ряду мы не будем делать никакие прибавления, а просто провяжем ряд столбиками с одним накидом до конца ряда. Довязываем 6 ряд просто столбиками и в третью петлю вот подъема делаем соединительный столбик. Теперь делаем 2 воздушные петелечки, накид и в эту же петелечку основания делаем столбик с одним накидом. А теперь будем чередовать 4 столбика с одним накидом, прибавка, 4 столбика, прибавка. Итак, 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик.
Затем идет следующую петелечку. Прибавочка. 2 столбика с одним накидом. 1. 2. Снова 1. 2. 3. 4. Прибавочка. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И так провязываем до конца ряда. И закончился наш 7 ряд 4 столбиками с одним накидом. Делаем накид и в столбик основания воздушных петелечек делаем столбик с одним накидом и соединительный столбик. Начиная с 8 ряда, мы провязываем столбики с одним накидом без прибавления. То есть набираем сейчас высоту шапочки. Какая высота шапочки, в принципе, вы сами решите, сколько рядочков. Я вам предлагаю просто сейчас вязать, а затем померить на голову, кому вы вяжете шапочку. Если это себе, то просто на себя примерите, чтобы она у вас не спадала, чтобы не ерзалась, как бы, чтобы было все, в принципе, довольно-таки удобненько. А потом я вам покажу, сколько провязала я и как ее закончить. Продолжаете вязать 2 воздушные петелечки, накид, и в каждую петелечку вяжите по столбику с одним накидом. И так до конца ряда. Ряд заканчиваете соединительным столбиком в третью петелечку. И теперь снова 2 воздушные петли, 9 ряд и все последующие ряды вяжите как 8. Каждый столбик по столбику с одним накидом в каждую петелечку. И делаете соединительный столбик в конце ряда. Итак, мы с вами довязали высоту шапочки. У меня получилось от начала до конца 19 рядочков. Теперь делаем 2 воздушные петельки и будем край обвязывать трачьим шагом. Я, честно говоря, люблю края обвязывать, потому что они, вот если довязываете, имеют вид незавершенности вязания. Поэтому буду обвязывать. Трачий шаг, особенность вязания его, тем, что он вяжется не справа налево, как стандартное вязание, а слева направо, как бы задом наперед. Итак, сделали 2 воздушные петли, на крючке у вас 1 петля. Вводите через одну крючок, захватываете ниточку, у вас уже 2 петли. И сквозь них делаете, вот как бы завершаете столбик. Снова 1 воздушная петля. Через одну вводите петелечку, захватываете ниточки. Через 2 петелечки продеваете ниточку. Снова 1 воздушная петля. Через одну ниточку вводите крючок, захватываете ниточку и сквозь 2 ниточки завершаете вот воздушной петлей. Снова 1 воздушная петля, через петелечку провязываете столбик. Воздушная петля, через петелечку провязываете столбик без накида. Через воздушная петля, через петелечку вводите крючок и делаете столбик без накида. Снова воздушная петля, через петелечку, столбик без накида. Воздушная петля, через петелечку вводите, столбик без накида провязываете. И так делаем до конца. Итак, у меня 2 петелечки осталось. Я снова довязываю через одну последнюю петелечку, провязывая столбик без накида, воздушную петлю и в основание вот сюда вот делаю соединительный столбик. Теперь вытягиваю немножечко петлю и обрезаю ее. Затем с внутренней стороны, либо с внешней стороны, если вы будете крепить цветочек на стыке, на вот этом вот, где мы меняли начало и конец ряда, то в принципе можете с внешней стороны закрепить, чтобы у вас серединка получилась довольно-таки аккуратненькая. Я буду крепить свой цветочек именно на стыке, для того, чтобы, допустим, вот возьмите ваш цветочек,
для того, чтобы, вот, допустим, человек сегодня хочет одеть на правую сторону цветок, а завтра на левую, то если вы прикрепите цветочек, допустим, стыком сзади, если будет прикрепите, допустим, то человек может носить только с правой стороны, либо только с левой. А, к примеру, если сделаете именно на вот этом вот начале ряда или конце, то сможет одеть человек и на правую, и на левую сторону. Ну, то есть, в принципе, вот эта стыковая часть, она у нас получается довольно-таки аккуратная, поэтому я на ней хочу закрепить цветок. И, еще раз повторюсь, ниточку я, скорее всего, закреплю с внешней стороны, а цветком вот прикроется. Цветочек я вам советую делать на булавочке, потому что вы, допустим, захотите постирать шапочку, при носке она будет у вас постепенно загрязняться. Цветочек вы сняли, отложили, как говорится, шапочка высохла, вы снова прицепили и носите. Если же вы просто пришьете цветочек на шапочку, то это будет неудобно, то есть вы не сможете нормально, полноценно постирать шапочку, и цветочек со временем у вас будет такой вид и растерзанности, изношенности. В общем, советую вам все-таки сделать его в качестве брошки. Итак, в общем, прячьте кончик. Здесь ниточку во внутренней стороне обязательно начальную закрепите. Я уже ее, как видите, закрепила. У меня здесь ничего не торчит. И по ходу вязания, если у вас какие-то были стыки, тоже их прячьте, чтобы было все прекрасно у вас и аккуратненько. И еще раз повторюсь, цепляете цветочек, одеваете и носите с удовольствием. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока.